Здравствуйте, уважаемые зрители! Рада приветствовать вас на своей дачной усадьбе. Сюда, когда не приедешь, всегда есть на что посмотреть, что людям показать. Но сегодня зрелище превзошло все ожидания. Оказывается, у меня есть урожай абрикос, на который я вообще не рассчитывала в этом году. Весна была холодная, и как раз в период цветения абрикос было особо холодно. Пчелки мало летали, все веточки цветочные практически вымерзли. И я еще даже на прошлой неделе так прохаживалась по саду, смотрела на свои деревья абрикосовые, нигде не видела плоды. А сегодня приезжаю, ай-яй-яй, а у меня под абрикосой, под моей раней, которая называется краснощекая, сбитые лежат абрикосы, переспевшие. Видно, буря была, их сильным ветром сбило на землю, и они уже даже подпортились. Но вот одну абрикоску я нашла, она целенькая, красивенькая, видите, какая краснощекая. Вот, угощу внуков. Вот, видно, на земле лежат разбитые абрикоски. Вот и с этой стороны тоже две штучки есть. На дереве нашла еще три штуки или четыре. Плохо видно. Они в основном на самой верхушке расположены. Туда я даже специальным устройством, которое называется плодосъемник, дотянуться не смогу. Хотела сфотографировать, но даже с увеличением их плохо видно на верхних веточках. А вот одну абрикоску я все-таки высмотрела. Она поближе здесь находится. Вот она. Она еще зеленая. Рвать как-то не хочется ее такую зеленую сегодня. Может быть, довисит. Посмотрим. Вот. Довольно крупная, но зеленая. На других деревьях не вижу спелых плодов. Ну, во-первых, еще рановато. Ну, и зеленых что-то не могу увидеть. Уже так пристально сегодня смотрела. Так что вот такой урожай. Неожиданный. Абрикосовый. И, конечно же, сегодня пришло время рассказать вам об этом красивом растении, которая называется юка. У меня много кустов юки. Растут они в разных уголках сада. Все цветут. Практически все. За исключением нескольких кустиков, которые еще молодые. Но наиболее нарядным выглядит именно вот этот куст. Я к нему подойду сейчас поближе. Вот его колокольчики, очень красивые цветы. От них исходит тонкий нежный аромат, который лучше улавливается утром в часы прохлады и вечером, когда спадает жара. Юка цветет всего лишь один раз в своей жизни. Молодой кустик набирает силу 2-3 года. Потом зацветает, выбрасывает вот такую красивую цветочную стрелу. Когда стрела отцветает, кустик постепенно начинает стареть. Он может еще у вас более-менее так выглядеть год или два, но постепенно его листочки начинают сохнуть. И он полностью отмирает. А на его месте уже за этот период успевают подняться молодые кустики, которые впоследствии тоже дают цветочную стрелу. И таким образом, если вы с молодыми росточками юки ничего не делаете, даете им просто расти свободно, то у вас постоянно будет цветущий вот такой куст. И он постоянно будет пышный.
Единственная ваша забота будет вырезать уже отцвевшую стрелу. Я вырезаю ее обычно сучкорезом, очень удобно. Ну а потом, когда листики совсем станут некрасивые, сухие, их тоже аккуратненько или секатором, или ножницами садовыми можно убирать. А вот я вам покажу несколько кустиков, которые я рассаживала несколько лет подряд. И получилось так, что на них нет взрослого росточка, который может выпустить цветочную стрелу. И вот тоже такой же кустик. Но ничего, они уже набирают силу. И я думаю, что в следующем году они уже зацветут. На этом буду с вами прощаться сегодня. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. И помните, в нас обов'язково все будет доброе.